Здравствуйте, дорогие друзья, любители музыки, наши постоянные слушатели концертов Бурятской государственной филармонии. Приближается великий праздник, 75-я годовщина великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. И мне бы сегодня хотелось вам рассказать, вместе с вами послушать песни Великой Отечественной войны. Ведь эти песни – живые свидетели минувшего, память о героическом времени, об огненных верстах, отмеренных солдатскими сапогами на все повидавших военных фронтовых дорогах. И об этих военных фронтовых дорогах немало сложено стихов и песен. Одной из первых, одной из главных песен Великой Отечественной стала песня «Священная война». Буквально на второй день войны, 24 июня 1941 года, в газетах «Известия» и «Красная звезда» было опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Священная война». И тут же композитор и создатель, руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной армии Александр Васильевич Александров написал музыку на эти стихи. Ноты печатать было некогда, и тогда Александров собрал артистов своего ансамбля, певцов, музыкантов, и прямо мелом на доске писал ноты и писал слова. А уж музыканты и артисты записывали это все в своей тетради. 25 июня был отдан репетиции, а уже 26 июня музыканты и артисты краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной армии пели эту песню у Белорусского вокзала. Они эту песню посвятили всем бойцам, которые отправлялись на фронт. И песня была встречена просто необыкновенно. В ней было много мужества, какой-то сдержанности и в то же время призыв, страстный призыв защищать свою родину. Песню слушали все, и те, кто провожал бойцов, и сами бойцы. И эту песню просили петь еще и еще раз, и она была исполнена 5 раз подряд. И, конечно же, эта песня стала одной из главных на фронтах войны и в тылу. И песня эта звучала очень часто. А вот к 60-летию Победы в 2005 году на здании Белорусского вокзала была установлена мемориальная доска в память о том, что первый раз эта песня «Священная война» композитора Александрова на стихи Лебедева-Кумача прозвучала именно здесь, на Белорусском вокзале. Ну а теперь давайте послушаем эту замечательную песню в исполнении краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова. Thank you.